Всем привет! Начинаем монтаж теплицы. Теплица сегодня у нас легенда 3х6. Стеклянная, с одной дверью, одним форточным блоком. Пока приехали, разложились, подмели основание. Сейчас начнем собирать каркас. Каркас мы построили, установили, закрепили его к бетону с помощью анкеров, установили отливы по низу. Также закрепили уже стеновые стекла. Сейчас будем делать перелив и готовить крышу к покрытию. Стекла крепятся с помощью профиля. База крышка. Снизу резиновый уплотнитель, чтобы стекло мягко опиралось на отлив. Жалко же. Не. Ну жалко, а что сделать? Стены крыши у нас закончили. Сейчас будем заниматься торцами, форточным блоком. Кровища, вот что? Что с ними сделать? Это же природа. Работа идет. Они убьют насмерть. Завершился монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 3х6 под стекло. С одного торца у нас дверь алюминиевая, стеклянная. Другой торец глухой, тоже стеклянный. Стекло 4 мм, крепится с помощью профиля, система, база, крышка. Вот такой профиль. Каркас сделан из профильной трубы, 40 на 40, покраска полимера порошковым способом. Цвет шоколад. Сидит все это на бетоне, закреплено с помощью анкеров, снизу отлив. 50 на 50 уголок, чтобы вода не попадала внутрь теплицы. И также на него опирается стекло через вот такой резиновый уплотнитель снизу. Также есть диагональные усилители, по 4 штуки на каждую сторону. Форточный блок на термоприводах, крючок для двери, вон он там. Сама дверь закрывается у нас на ключ. По периметру у нас уголок 50 на 50, в цвет пущен он и прижимает стекло. Каркасу также выполняет декоративную функцию. Простыми словами, для красоты. Помимо прижатия. Вот такая отличная, красивая, прозрачная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.